Всем привет, меня зовут Надя Шмаффин, и мы продолжаем наше приключение с зомбями, с которыми мы сражаемся. Это ваш дом. Это мой огород. Ну что ж, берем по классике подсолнух. Возьмем еще грибы, потому что нужно много денег. Так, ну тут нет никого с дверьми. Так что, может, вот так. Ты кто? Гипногриб. Ну давай попробуем гипногриб. И вот эти бесплатные. Хотя, мне кажется, тяжко мне будет. Ну ладно, посмотрим. Поехали. Поехали посмотрим, что из этого выйдет, из того набора. О, ёбаный. Они все плохо. Все очень плохо. Очень-очень плохо. Поскольку мне нужно было могилоеда брать. А теперь меня просто завалят зомби. Которые уже пришли. Будут тут ходить терроризировать меня. Хотя, может, мне стоило все-таки сделать просто этот один ряд с грибами. Вместо подсолнуха хочу другое взять. Так. Да прекрати идти, боже мой. Успокойся. Тут надо очень много бомб ставить. Так-то. Это сюда поставлю. Хватит его есть! Так, отлично. Ладно, пусть будет первая оборона. Только не грызи его, чел, блядь! Гриб, давай быстрее, сука. Ай, бля, этот с конусом пошел. Не знаю, поставлю гипногриб. Да какие, сука, мозги? Ты видишь, что происходит? Какие мозги? Что ты хочешь? Прекрати. Мозги. Мозги он захотел. Сожрет. Конечно. Так, а если он просто в другую сторону пойдет? А, он просто в другую сторону пойдет. Так, это что, блядь? Это к чему мне готовится? Мозги. А, ну он просто долго бежал, чтобы есть море. Мозги. Увлекательно. Да сколько там можно жрать? Какой-то мощный, какой-то жирный. Какой-то жрет и жрет. Да ты серьезно? Мозги. Ебанулся. И что делать? Не знаю, что делать. Какой-то трындец творится. Он пошел жрать мои грибы. Так, давай вот здесь еще поставим. А хотя смысл? А хотя нет, есть смысл. Небольшой, но есть. Они... Те, которые будут жрать тут, выбравшиеся, они пойдут в другую сторону. Отлично. Все продумано, так и должно быть. Последняя волна.
Блять! Надо было вишенки брать. Нет, они все пожрали! Так, ну это последняя волна, я выстою. Они убьют их. Гринус засунуть тоже нельзя, ну ладно. Не, ну я тут чуть не облажалась. Надо было все-таки не брать подсолнухи и не брать гипногриб. От гипногриба что-то не сильно много пользы. Это что такое? Дальнобойный стрелок, который прячется при приближении врага. Как вариант. Не, ну, кстати, те, наверное, тоже подошли. Короче, отказываемся от подсолнуха, ставим вот это, вот это. Вот это. Вот это. Вот это? Могила еда, вишенки или бомбы? Давай бомбы. Возможно, сейчас налажаю, но неважно. Блять, ну нихуя себе! Это что происходит? Это что за бунт? Трусогрипп. Что сразу трусогрипп-то? Видите, что происходит? Надо было могилоедов брать. Кто знал, что их тут так много это будет? Никто не знал. Зомби пришли. Так, откуда пришли зомби? Блять, плохо! Плохо! Надо могилоеда брать. Кто ж знал? Кто ж знал-то? Никто, сука, не знал. Не рычи на меня. Сейчас сожрут его. Зря я его там поставила, конечно. Ебать! Ебать, ты куда пошел? Мозги. 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 Срочно дайте мне орех. Мозги. Мозги. Не, ну он, конечно, успеет сожрать. Возможно, даже обои. Мозги. Опа. Как все грустно-то. Так, так, так. Еще поставить-то? Мозги. Ой, нет, а что так рано-то? Я не готова. Я не готова, вы что делаете?
Как плохо-то все! Поэтому есть! Блять, вот этим будет, конечно, тяжело вдвоем. Горохострел, надо было магию брать. Нет, сиди, ешь. Никуда ты не пойдешь. Что-то мне кажется, я не выиграю этот уровень. Я все сделала неправильно. Этих товарищей вообще двое. Да сиди, ешь, господи. А, он не пробивает. Он же не пробивает эту стену, тут нужен вот этот. Так, ладно, давай вот так. Ебанулся, что происходит? Нет, стойте, ешьте! Все по пизде идет. Жесть какая. На, ешь. Вот это жопа. Вот это я прошла непонятно как. Ты кто такой? Временно останавливает всех зомби на экране. Так, кто там? Майкл Джексон. Зомби-танцор. Так, ты. Прочность очень высокая, скорость высокая. Зомби-футболист выкладывается на поле на 110%. Он командный игрок, отрабатывающий и в атаке, и в защите. И он понятия не имеет, что такое футбол. Бывает, я тоже понятия не имею, что такое футбол. Думаю, возьму могила Еда, возьму вот это. Блять, а ты... А что с тобой не так? И вот это возьму. Ну, поехали. Ну, в этот раз могил не так много как-то. Всего-то. Всего-то немного. Вот в прошлый раз могила Ед был очень нужен. Так, ну и откуда вы идете, зомби?
Все, уходи. Хули ходить-то тут? Вам что тут, парк, что ли? По моему огороду-то. Вышагивать. Совсем охренели. У тебя руки уже нет, куда ты идешь? О, следующий на подходе. Мозги. Да нет никаких мозгов. Ты у кого-то увидел мозги? Ты думаешь, у них под шляпками мозги? Чё, чё? Надеялся, конечно. Да вам что, тут медом намазано? Куда вы идете? Прекрати. Ты, блядь, куда? Охренеть. Мой дорогой друг, ты тут зря эти концерты устраиваешь так-то. Блядь, ты еще одного вывел. Ты че, блядь, охуел? Ты че натворил? А этому по кайфу, видимо, ему нравится такая музыка. Подождите. В смысле, последняя волна. Подождите, стойте. Нет. Ну что за хрень? Что происходит? Ёбаный ты. Пизда. Пизда всему. Значит, не скажешь. Ешь его, блядь! У меня все по пизде пошло. Вообще все по пизде пошло. Ну это перезапуск, я могу сделать. Ну его сейчас раскатит, конечно. Но тем не менее. Я все сделала неправильно. Блять, он еще и выжил. Ебанулся-то там. Пизда. Это что такое? А, гриб судьбы уничтожает зомби в большом радиусе, но останавливает после себя кратер. Какой, блядь, кратер? Сейчас и без кратеров. 5 танцор. Ай, бля. Так, тебя. Ладно, могилогид бесполезен. Давай тебя. Типа на кратер не посадишь ничего, да? Ну, давай так попробуем. Ёбаный свет. Ну, я его сюда посажу. Надеюсь, он успеет там вырасти. Зомби.
Пришли. Да проваливайте вы, ну. Охреневшие твари. Мозги. Помаши они там кулачками, конечно. Блин, мне кажется, я ничего не успею построить. По-человечески. Мозги. Мозги. Да какие мозги? Прекращай. Да ну, разваливайся уже, чего? Так, ну и сюда еще одного пригодится. Блин, я не успеваю дорогие-то строить, на них накапливать не успеваю. А вот орех, орех есть. Мне кажется, я на гриб вообще никуда не собираю. Посмотреть, что он делает. О, осталась еще одна, давай. Че это? Это до хрена денег. То есть он единоразово работает. Как вишенки. Я думала, он разрушает все, когда к нему подходит зомби. Все оказалось немножечко не так, как я думала. Совсем не так.
Да нет, мозгов. Блять. Ты подорвал, да только не того. А, ну ладно, так тут стоит. Чё-то как-то не очень. Нельзя сажать на кратер, он разрастет. Но тем не менее. Сейчас новая большая волна пойдет, да? Она не успеет созреть, мина моя. Нет, успел созреть. О, моментально! Шик, блеск, красота. Всем смерть! Ладно, это гриб не так уж и плохо, если подумать. Здравствуйте, мы хотим зайти к вам на полуночный ужин. Как насчет мороженого и порции мозгов? Искренне ваши зомби. Ну да, не да, какие они. Ёптить. Что? Сука. Пришли. Зомби. Ну не надо. Ну одумайтесь. Ну ребята, не надо. Так, это я оставлю на потом. Ну какие мозги? Ну чего вы хотите? Что, подорвать вас? У меня кроме бомб ничего и не едет. Покушал? Вкусно было. Мозги. Мозги. Давайте еще. Нет, не съедай мою могилу едова. Так, они подерутся? Это сейчас надо срочно узнать. Или поцелуются? Нет, они едят друг друга. А? Окей. Съест. Должен успеть.
откуда ты вообще пришел? Нет. Не будешь мне тут вытанцовывать. Не люблю таких. Ой-ой-ой, это плохо. Ну-ка, если так... Все, не беги ко мне. Блядь, еще один. Все, беги в другую сторону. Срочно. Тебя там ждут. Ёбаный ты свет. Это все бежит. Бежит ждать другого. Ебануться! Что вы делаете? Блядь, ты свет! Жалко мне мои грибы. Не хочу, чтобы их съели. А тут ни одного этого нет. Это сейчас неожиданно. Ни одного плевателя воздухом. Давайте, давайте, вы справитесь. Так, ну а еще волна будет как-то. Пойдет. А, ну вроде все. Вроде все закончилось. Это что? Кувшинка. И на кой хрен она мне? Лист кувшинки позволяет сажать неводное растение на себе. Ага, у меня бассейн теперь. Похоже, зомби перестали атаковать твой передний двор. Теперь они лезут на задний. И к тому, что не можешь использовать грибы. Потому что они спят днем. Вот бездельники. Действительно. Так, ну что ж, это водное поло оставим на следующий раз. Обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, оставляй комментарии. Всем спасибо и всем пока.